Ну, несмотря на то, что команда проиграла, поздравим тебя с дебютом в составе «Амурских тигров». Расскажи, как тебе игралось, как ощущения? Спасибо большое. Было небольшое волнение в самом начале, а потом вошел в игру. Даже понравилось. Что именно понравилось? Ловить шайбы. Соперник-то сильный? Что было? Трудно, опасно или полевые игроки все почищали? Ну, помогли им и защитники, нападающие. Ну, безусловно, другая команда тоже хорошо играла, и было непросто. Запомнится тебе этот день? Я думаю, я запомню его надолго. Почему? Все-таки дебют в молодежке не каждый день случается. И тебя команда поздравила как-то? Безусловно. Как? Поблагодарили за игру, сказали, с дебютом. Шайбу первую подарили, с которой я вышел на лед. Которая была на льду в то время, как я начал игру. Ну вот перед матчем вот было такое чувство, что придется тебе вступить в игру? Если честно, я не задумывался об этом. Я был уверен во Владе на Сонове. Но так получилось, то, что ему немножко не повезло, и мне пришлось вступить в игру. Ну что вот в эти секунды почувствовал, когда ты выкатился на площадку? Ну, знаете, это было неожиданно. И одновременно приятное такое чувство. Когда выходишь, и хлопают болельщики, поддерживают тебя все. Дрожь, волнение? Ну, знаете, не сильно. Но все-таки было. Ну, да. Через сколько все это прошло? Буквально после первого броска по моему вороту. Вот с трибун создалось впечатление, что как только ты, значит, встал на последний рубеж обороны, команда приложила все усилия для того, чтобы на некоторое время отодвинуть игру к воротам соперника, чтобы смог адаптироваться. Почувствовал это? Вот? Да, почувствовал, безусловно. Команда очень сильно помогла, за что им большое спасибо. Также огромное спасибо болельщикам нашей команды за то, что они поддерживали до последней минуты, несмотря ни на что. Не ушли, не покинули матч. Обещаем, что следующая игра будет намного лучше.